меня вообще сын погиб. ДТП, умер. Машина сбила. И я пришла за помощью от отчаяния вот сюда. Потому что сын умер. Это нормальная ситуация у вас в вашей компании? Я понимаю, бывают конфликты. Бывают конфликты, когда человек пришел, что проделал? Мне еще ничего не сделали. Куда ты посмотришь? Я вам ответ предоставлю. Ну что вы, приняли решение, будете отдавать? Конечно, отказ. Отказ? Конечно. Так почему тебе разница, что я сделал? Какая тебе разница, что я где делал? Ударите? Да. Ух ты. Да. Ужас. Я проскочил. По стене прошло. О, слился. Откройте, нам юридические услуги нужны. Откройте. Туда жалобу я подала, и там написано, значит, горячая линия, юридическая консультация бесплатно на этом же сайте, получается, федеральном. От Гусева, значит, да, бесплатные квоты, якобы Гусев нам оплатил квоту на юридические консультации по жилищно-коммунальным вопросам. Это пятно на губернаторе. Дорогие друзья, у меня к вам огромная просьба досмотреть этот сюжет до конца. Это очень важно. Я обращаюсь к каждому из вас, кто посмотрит этот сюжет. Не забудь в конце видео подписаться на нас, если ты не подписан, поставить палец вверх, написать комментарий, желательно, чтобы он состоял не из одного предложения, а нескольких. Чем больше ты напишешь комментариев, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео. Вы посмотрите, кого эти компании, вот такие как они, недобропорядочные, недобросовестные, обирают. Простых бабушек, у которых последние деньги забирают. Она отдала 18 тысяч рублей. 18, для нее это баснословные деньги. Она сказала, что она приходит свои полы мыть. На старости лет вот это все, это ужас. Я надеюсь, все те, кто посмотрят этот ролик, эти ролики, увидят эти лица псевдоюристов и по-человечески их накажут. Каждый, кто увидит их в городе, пожалуйста, по-человечески накажите их. Именно по-человечески, по-доброму. Как с такими тварями поступают божьими? Ну, вы сами знаете. У меня открытое обращение к генералу Бородину Михаилу Анатольевичу. Прошу обратить внимание на такие ситуации, которые происходят в нашем городе. Вот такие конторы, их много. И у вас под носом они обирают наших граждан. Огромная просьба возбудить уголовные дела в отношении таких контор. В частности, вот где мы сейчас были, их очень много. Нужно с ними бороться. Прошу сделать на это огромный упор. Наши люди должны сохранить свои деньги и жить спокойно.
Куда нам нужно будет? Ага. В какой кредите? Где мы были? Куда нам нужно? Выйди, Павловича. Мы сейчас... Я слушаю вас, вы что-то хотели? Выйди, Павловича. Здравствуйте. А вы здесь кто? Присели по доверенности. Чего представляете, кого? Интересы компании. Какой? Бюро юридических услуг. Смотрю, правильно, да? Бюро юридических услуг, отлично. Вы занимаетесь регулированием конфликтных ситуаций? Конечно. Вы занимаетесь. Да. Где вы нам нужно присесть? Пойдемте. Игорь Павлович тоже здесь, потому что... Проходите. Игорь Павлович нет, он выходной сегодня. Я его видела. Вы проходите, проходите. Я его здесь видела. Игорь Павлович здесь. Проходите. А где он сидел? Наверху. Наверху. Я с ним общаюсь. С Игорем Павловичем. Сегодня? Нет, когда документы подписаны. Представитель по доверенности представляет интересы компании по всем вопросам, которые связаны. С чем? СМИ, госорганы, все полностью. А по вопросам регулирования? Конечно, тоже уполномочен. А ваш руководитель непосредственно здесь сейчас? Нет, к сожалению, сейчас не находится. А вы знаете, где он вообще находится физически? Да я сколько приходила, мне все время говорили, что его нет, он в отъезде, который там по печати подписан. Но вы в лицо его знаете? Например, нет, да? Я его не видела. А, вы не разве видели? Нет. Мне все время говорили, что он в отъезде. Так, его ну нет. Мы сейчас что сделаем? Вот. Сейчас вот возьмите первый экземпляр, а потом второй экземпляр. Сейчас возьмите ручку. Присядьте. 26 число. Так. Здесь нужно будет поставить сегодняшнее число, месяц и подпись. 26. Да. Теперь, может, вы расскажете, что здесь все происходит? Да, конечно. Да? Сейчас вот, отлично. И на втором экземпляре то же самое. Вы сейчас ознакомитесь? Конечно, ознакомимся. С уведомлением вы сразу все поймете. Это вместо 1000 слов. Ну, давайте там тоже представитесь, кто вы. Мне ж нужно понимание, правильно? Сергей Владимирович. Очень приятно. Меня зовут Сергей Анатольевич. Очень приятно. Будем знакомы. Ознакомьтесь, пожалуйста. Вы кто? Представитель. Так что как? Доверенность, ордер, что у вас? Вам необходимо доверенность? Ну, мне хочется понимать, с кем я общаюсь. Ну, вы можете понимать со слов гражданки. Ну, с вопросов нет. Мы можем все, достаточно. Со слов гражданки, но достаточно. Я тоже хочу поставить. Я же у вас не интересовался вашей доверенностью, хотя мог бы. Поэтому ну, я готов предоставить. Да мне она и не нужна. Ну, раз вы здесь находитесь, будьте так любезны, почитать, вы на себя взяли ответственность. Я вот только единственное не помню, представлялись ли вы, как вас зовут. Я же вам только что сказал. Говорили, можно напомнить? Я немножко другом думал. Сергей Анатольевич меня зовут. А фамилия? Пастухов. Пастухов. Что вы хотели сказать? Что я хотела сказать по поводу урегулирования, да, и расторжения того договора, который я пришла, сказала, что я хочу расторгнуть юридические условия, договор юридических услуг, да, угу. Вот. Был молодой человек, совсем другой приходил. Да, это они могут обменяться, да, это да, не столь важно. Да, да, да. А ключевой момент, чтобы они приняли да. На сейчас этот документ. Скажите, пожалуйста, вы уполномочен, так понимаю, конечно, решать такие вопросы? Конечно. Ответ будет предоставлен в течение 10 дней гражданки по почте. Все скажите, а мы можем, мы можем каким-то образом сделать так, чтобы человеку не ждать эти 10 дней, а вы сейчас смогли нет, урегулировать мне необходимо время. Вопрос. Мне первое, необходимо время для того, чтобы подготовить обоснованный ответ. Либо мы согласны регулировать данный ступор досудебно, либо отказываем. Скажите, вот исходя из того, что вы сейчас прочитали, какой настрой и какой ответ там может быть? Настроя практически никого нету, потому что я не владею информацией по данной гражданке, для того, чтобы мне хоть что-то но приготовить. Я могу вас посвятить по данному... Ну, послушайте, это ваше мнение будет, правильно? Нет, я мне понимаю. Будет интересно просто, слушать представителя вы юриста. Бы, услышать... Да нет, я думаю, что мне ваша информация не нужна. Не я нужна, думаю, да? Что мне хватит но представителя вы имеете в виду, и остальных. То, что там указано, было представление интересов всего... Без проблем, мы дадим ответ, согласно в данном случае предмету договора, это не проблема. Хорошо. Я надеюсь, вы клиент-ориентированная фирма, и для вас очень важна репутация ваша. Ну, я еще раз важна, повторяю, да? Подоставим ответ, конечно. Я в течение 10 дней от этого все будет человек получит. От ваших действий так. Дальнейших будет зависеть, в том числе ваша репутация, как вы будете в медиапространстве выглядеть. Вы же прекрасно понимаете. Ну, послушайте, я еще раз могу. Если работа была выполнена в полном объеме, что будет подтверждаться актами оказания юридических услуг, то о каком споре до судебного? Ну, таких актов нет. Ну, давайте мы не будем пока не будем голословны. Мы посмотрим, что сделано, что подписано, какие акты имеются.
лицо. И на основании этого предоставим ответ. Хорошо? То есть, и первый ответ. Вы так ехидно улыбаетесь. Ну почему? Да, я, знаете, я вам честно, со всей теплотой вам сейчас в данном случае отношусь. Я вам так скажу, смотрите, со всей, там Алексей, ты снимаешь, да? Просто чтобы вы понимали, значит, нужно ли вам, чтобы здесь был какой-то пристальный контроль общественности в вашем учреждении? Если работа была выполнена в полном объеме, если работа была выполнена... Но мы же понимаем, мы же все равно не просто так пришли. Послушайте, ну я же не знаю, что вы сейчас понимаете. Я вам еще раз повторяю. Послушайте меня внимательно. Вы прекрасно понимаете, что мы сюда пришли не просто так. И у нас здесь бы не было. Я не знаю, для чего вы пришли. Соответственно, есть конкретная претензия. У меня снимайте камеры, при этом при всем вы видели, что непосредственно на входе аудио, видео, фотофиксация. Да нам все равно, что там можно, нельзя. Ну я понимаю, что законом это разрешено. Ну раз законом разрешено, то по закону работать. А то, что вы мне сейчас рассказываете, что вы будете пытаться каким-либо образом в пространстве СМИ порочить репутацию компании. Ну послушайте, это ваше полное право. Порочить репутацию компанию будете именно вы и ваши действия. Мы будем не подавать непосредственно опережение. В чем проблема? Я еще раз вам говорю, для того, чтобы подготовить ответ, необходимо разобраться для начала в сложившейся ситуации. Верно, правильно? Да, ну вот, а когда будет полная картина, мы вам предоставим. Ну послушайте, клиентов не один. Вы думаете, что я каждого клиента владею? Я еще раз вам говорю, я прежде всего представитель по доверенности. Ну все верно, да. Можно я немножко скажу? Конечно. Во-первых, этот человек не знает, о чем речь идет. Он договор не читал. Здесь должен быть Юрий Павлович, непосредственно с которым. Он здесь был, я стояла здесь на протяжении... Я что, его не знаю? Я с ним несколько раз встречалась. Вот, Юрий Павлович здесь. И Юрий Павлович, я с ним подписывала этот договор на оказание юридических услуг. Юрий Павлович знает все. Но вы понимаете, что у меня нет сотрудника Юрия Павловича? Я не пойму даже пока сейчас, о каком Юрию Павловичу идет речь. Вы что мне сейчас будете рассказывать? У меня да я вам ничего не рассказываю. Я сейчас выйду, позвоню ему и при вас сейчас позвоню. Позвоните, это ваше полное право. Я сейчас позвоню, это ваше полное право. Давайте, знаете, как мы сделаем? Вы сейчас набираете ему, на громкую сразу включайте, и пойдемте, будем пока звонить, мы на второй этаж поднимемся. Да, он там, у него кабинет Юрия Павловича, на втором этаже. Да, конечно, пожалуйста. Давайте только в сопровождении меня, вы же не будете самостоятельно ходить по офису. Конечно. А вы уже ему смс-ку отправили, сидели в телефоне, щелкали. Поднимайся, поднимайся, да? Пойдемте, проходите наверх. А вы сюда проходили, да? Да, сюда поднимались. Да. Вот сюда я проходил. Нет, Павлович, вот сюда. Юрий Павлович нужен, да. Да вот, закрылись они. Получается. Они все позакрывались, потому что уже предупредили. Он уже Вадим, да, скорее всего, туда. Не знаю, туда, да. Ну, вон, они же закрылись там. Вот. Он не Юрий Павлович, а Игорь Павлович. А, Игорь Павлович. Я вам сказал, это вы мне там. Ну, где вы находились? Игорь Павлович. А вы не, у них и офисы здесь пустые. Видели сегодня здесь? На втором этаже виделись? Сегодня нет. Нет, вообще до этого. Здесь вот, в кабинете. Вот в этом? Да, но это кабинет для посещения. Алло. Игорь Павлович, можно? Вы на громко включите. Что вы говорите? Она отключилась. Она отключилась. Ну я же тебе говорю, закрыто. Сюда он вышел, увидел, прям лаза башни по 5 рублей. Завхоз закрыл, ушел. Да, все понимаешь? Тут прям только что, да? Я с ним поздоровалась, когда подошла, он все дупил кофе, я с ним поздоровалась. Да, да, когда поднимался. Давай здесь пока постоим. Да постой, ты что? Вместе с вами? Да ну почему? Рабочий процесс. У меня время. У меня уж анекдот порассказывай мне. Да, ну послушайте, это дом рассказывает, мне не нужно. Да не, я говорю, может вы нам порасскажете еще какие-нибудь анекдоты. Да зачем он у меня? А в чем анекдот рассказывал? Да не, вы внизу порассказали. Не, я говорю, вы анекдот рассказывали. Я оперся, послушайте, это офис, где я работаю, я имею право работать. А вдруг кто выходить будет? Подожди, Алексей, скажите. Ну если будет выходить, то значит это будет. У вас, правильно понимаю? Конечно. Два этажа. Это все офисное помещение. Да. И вот то помещение, это всем, чем вы располагаете, и здесь, правильно? А там вот что у вас за заведение? Лестница наверх ведет. Запрещена фото и видеосъемка. Почему? Без разрешения администрации. Потому что скажите, а почему нам? Да потому что нам не запрещаете, почему? Ну послушайте, мы уже будем опровергать это все, будем дальше разбираться. С чем проблема? Что опровергать? Нашу видеосъемку? Ты без разницы. Которую мы начинаем. Все! Еще какие-то пояснения? Я хочу с ним пообщаться. Ну стойте. Я приеду. Все, так, пожалуйста, просьба. Прием нам не срывать. Я хочу с ним пообщаться. Он юрист.
Да, я его клиент. Я клиент Игоря Павловича. Мы подписывали договор, он мой юрист. Да. Соболев Ирина Васильевна. Как нагло и прям вообще вот так себя ведут, посмотри, какие беспардонные. Но это их не красит. Клиентов у них поубавится. Клиентов это у них поубавится. Что? Мне нужен Игорь Павлович, я с ним документы подписывал, не с Олег Юрьевичем. Олег Юрьевич – это адвокат, мне Игорь Павлович нужен. Мне нужен Игорь Павлович, я с ним подписывала документы. Неправда. Я его у входной двери видел, он кофе стоял, пил. Неправда. Сегодня. Полчаса назад. Неправда. Но неправда, я его не могу не знать. Я с ним встречалась несколько раз. Я человек хорошо помню в лицо. Неправда вы говорите. Но вы неправду сейчас сказали. Я вас услышала. Я вас услышала. Я вас услышала. Спасибо. Все, попрятались. Как крысы. Он кофе как пил. Как крысы стоял. Попрятались. Он стоял, кофе пил, я вас ждала. Давай посмотрим. В каждом кабинете должен быть сотрудник, правильно? Да. По его работе. Нет никого? Там написано, здесь не входи написано. Здесь вообще кильдим. Вот так, сейчас. Там не входи. Тут написано, не входи. Как Шарашкин, контора какая-то, слышишь? Никого, все попрятались. Вот. Если они, как говорится, идут. Посмотри, тут кто-то разговаривает. Там написано не входить. Здравствуйте. А, не знакомым, никто здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь мне не знакомы эти лица. А кто нам кто Игорь нужен? Павлович нам нужен. Здесь мне не знаком. Да, конечно, Игорь Павлович нам нужен. Подскажите, где? Здесь вы точно нет. Но вам он знаком? Нет. Ваш они друг друга не знают никого. Мы вам просто немножко вот так поведаем. Здесь просто есть недовольный клиент, мы пришли вот, с этой юридической компанией. Ага. Вот. И как бы есть конфликт определенный. Ага. Поэтому вы, прежде чем заключить договор, вы хорошо подумаете. Конечно, если хотите, конечно, вы можете пообщаться, вот кто, как говорится. У меня свое мнение и спасибо. Не-не-не, вы на всякий мы вас информируем. Хорошо, это всего лишь информация. Спасибо. Вы имеете в виду? Да, спасибо. Хорошо. У них свое мнение. Это хорошо, что у них свое мнение. Главное, чтобы пусть они анализ сделали. Правильные люди. Здесь я в этой стране не была. Если не подходила. Кушать. Смотри-ка. Они все спрятались. Все спрятались. Никого нет. А вот вам молодой человек не знаком, да? Да. Все остальные попрятались. Да. Он вам не знаком? Нет. Нет. Они тут, оказывается, друг друга даже не знают. Да, конечно. Видите, как получается? Они работают и друг друга не знают. Они вместе кофе пьют. И кофе вместе пьют, и друг друга не знают. А все основные все здесь. Все, закончилась у них беседа. Что-то странно, да? Может быть, мы повлияем на это? И сразу на телефон, сразу на звонки идем. А что, не за ником? Нет, нет, мы не мы о вас. Мы не про вас говорим. Мы не о вас сейчас, нет, нет, ради бога. У нас к вам претензий нет. Нет, 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 нет. Потом я на первом этаже была, там еще комната вот так, за рецепшн их. Вот, все закрылись. На первом этаже это вот молодой человек, я его даже здесь не вижу, который мне грубил, хамил. А также был, он мне сказал, а что вы сюда ходите, что. А я потом после, когда позвони, пришла, вот когда вот этот. Давайте так, расскажите вообще с самого начала, как вы на эту как попала? Сюда попали и что случилось? Что случилось? После ДТП сына
вот, когда вот случилось 8 декабря, сбила машина, вот, и после похорон его, когда он умер, мы его похоронили в Троицком, отвезла его в Новохоперский район, я приехала, была в отчаянии, приехала 30 декабря, я вернулась из Новохоперска, вот, была в отчаянии, конечно, залезла я в интернет и писала просто, как правильно мне поступить, как мне вот быть и к кому мне обратиться. И вышел мне номер телефона, который вот непосредственно вот этой вот компании. Да, но там был телефон Москвы, был телефон 8800, уже не помню. Я туда, значит, набрала. А нет, я написала туда, значит, сообщением, что у меня погиб сын, вот так и так, как я могу правильно это все там... решить вот эти все проблемы, потому что я была действительно в отчаянии. До сегодняшнего дня я, конечно, в отчаянии нахожусь. Вот. И мне девушка после этого сообщения, мне звонит девушка на следующий день. Мне позвонила и сказала, вы оставляли сообщение, вот так и так, вот, вы можете подъехать. Я говорю, ну я оставляла, там московский адрес был, что она сказала, мы находимся в Воронеже, улица Алексеевская, 17, вы можете подъехать. Я говорю, хорошо, я после 3 часов к вам подъеду. Как компания называется? Бюро юридических услуг. У меня где-то даже их визитка была. Бюро юридических услуг, все верно. На Алексеевского, дом 17, офис. Да, да, да. Вот. И мне эта девушка, значит, позвонила, представилась, Вера Сергеевна. Вот еще со мной была Вера Сергеевна. Я с ней побеседовала, вот, объяснила ей, значит, ситуацию, что вот у меня случилась такая вот беда. Она говорит, сейчас я приложу вам юриста непосредственно, который занимается вот этими вот проблемами, и может он вам подсказать и помочь. И пришел Игорь Павлович. Вот, который... Это здесь вы уже когда сюда прибыли, все здесь пришел Игорь Павлович, с кем вы общались, подписывали договор. Да, вот он даже. Что он вам сказал? Да. Вот. Я ему рассказала, он на листочке начал чекать, сколько там взыскать, сколько что там, ну, непосредственно свои подпункты какие-то там он себе там это... помечал. Вот. Он сказал, да, давайте мы сейчас с вами договор подпишем. Он вышел куда-то, сходил, пришел и сказал, у вас сейчас есть какая-то сумма денежная, чтобы внести, чтобы для того, чтобы начать работать. Я, ну, у меня при себе есть 2500, вот там отдельный чек, я ему заплатила, 2500. Я оплатила, он пошел, значит, через ресепшн, я отдала эти 2500, девушка меня приняла, отдала мне чек, вот. Значит, он мне этот договор положил, начали, значит, я прочитала, значит, что оказание юридических услуг, вот, и я расписалась, ну как, заключила с ними договор. Заключили. Он сказал, мы вам подберем, значит, адвоката, очень хорошего, очень такого, да, эрудированного, в общем, он вам все поможет и с вами будет в дальнейшем работать. Вот. И озвучил, значит, сумму. Я говорю, сколько это будет стоить? Он сказал, в полном объеме будет стоить 45 тысяч. Я говорю, ну, в данный момент я сейчас не располагаю такими денежными средствами. Я говорю, как-то ближе на конец месяца. Я не помню, там дата какого числа заключалась, 16-го. Ну, это не принципиально. Сама суть. Не помню. А вы, получается, внесли потом оставшуюся сумму. Вот. И потом я, значит, приехала, он сказал, вы приезжайте, мы тут подобрали адвоката, вы с ним ознакомьтесь через несколько дней. Пришел адвокат Олег Юрьевич, которого они не подобрали. Я с ним ознакомилась, но мне Игорь Павлович сразу озвучил, сказал, нужно сегодня остальные деньги внести. Я говорю, ну там же в договоре написано, до конца месяца, там прямо в договоре написано, что денежные средства до конца месяца будут внесены. Ну, давайте желательно их сразу, вот сейчас. Я говорю, хорошо, я говорю, я вам привезу остальные деньги. И я им на следующий день привезла остальные деньги, оплатила вторым чеком то, что они мне пробили второй чек, все остальные суммы заплатила, ознакомилась с Олегом Юрьевичем, вот. И все, и он сказал, хорошо, ждите, мы сейчас будем как бы выходить на, узнавать, где материал, потому что, вот. И я ему позвонила Олегу Юрьевичу и говорю, Олег Юрьевич, я говорю, материал находится на Володарского, 64. То есть он не знал, где находится материал, то есть вы выяснили, я выяснила, и сказали да, ему? Да, да, я ему сказала, я говорю, на Володарского, 64, а он говорит, замечательно, я попробую туда позвонить. Вот. Мне потом перезвонит и говорит, я вам нашел следователя, который занимается вот этим. И я ему потом после этого сказала, я говорю, Олег Юрьевич, вы... мою информацию мне продали. Я им так и сказала. Так, и вы поехали вместе с ними, я так понимаю. Вот, потом, да, 10 января мы едем, да, он
мне позвонил и сказал, что он договорился с бесчестником Михаилом Александровичем, это следователь, на встречу, вот, к 5 часам вечера. Я говорю, хорошо, я тоже подъеду, и мне удобно это время. Вот, и он приехал, мы пришли, нас встретил следователь, мы прошли в кабинет, вот, он зашел, поздоровался с ним, присел, вот, Михаил Александрович, значит, следователь, ну, я начала с ним разговаривать, и он говорит, ну, вы тут свои, говорит, вносите коррективы, в общем, что вы там хотели внести, что вы там хотели дополнить там в материал, вот, и показывает, у меня время на часы, адвокат говорит, показывает, да? У меня время на часы поджимает, я сейчас должен уехать, вы потом мне... Позвонить. То есть вы тут оставаетесь, занимаетесь, да, все сказал, нормально? Да, да. То есть он зашел, поздоровался, да, ушел? Он руку пожал, присел, вот это вот, мы начали разговаривать со следователем, он сказал, мне сейчас время поджимает, я сейчас где-то уеду, да. Я хорошо, и он прям тут же вышел. То есть он пару минут прошел, провел там и ушел. Да, да. А вы со следователем, соответственно, там пообщались? Пообщалась, я там данные ему сказала. Были ли еще какие-то посещения этого адвоката? Ну вот с ордером. Когда только ордер, один раз он? Да, вот это с ордером, это получается так какого когда... числа он, получается, приезжал туда, не помните? Мы вместе были, это было уже в феврале. Это он уже туда приезжал с ордером, и уже были. Участвовал, так понимаю? Или было то же самое? Нет, он уже участвовал. Он был со мной. То есть его посещение было всего один раз? Одно. Фактически. Одно. Первый раз он приехал и уехал. Уехал. То есть как бы никакого его... О чем говорить стороны. Даже в материалах и в материалах дела имеется ордер, да. И сам следователь, да, это подтверждает. Да. Один. А, получается, больше никаких ни правового анализа, больше ничего абсолютно вам не было сделано. То есть вы самый главный момент не уточнили. Вы 45 тысяч-то заплатили за услуги. Заплатили. А адвокат что попросил у вас? Так, вы то, про это забыли. Вот что дальше? Что прописано в договоре? Расходы транспортные 2000. Мне адвокат сразу сказал, вы желательно их побыстрее мне перешлите. Прислал мне номер карты своей, вот, Сбербанковской. Я ему эти 2000, 10-го мы были, 11-го я ему отправила сразу 2000 на карту. Вот. И до того, как нам приехать в феврале, вот его вот эта явка с ордером, он мне позвонил и сказал, я буду выписывать ордер, чтобы к этому к материалу. Они, кстати, закрываются, вы понимаете, да? Закрываются. Приобщить. Отключились. А, это вышла дверь, но не пищит. Они, наверное, закрыться нас хотят. Приобщить к материалу адвоката, что ордер будет. Значит, я говорю, сколько будет стоить ордер? Он сказал, эти услуги стоят 5000. Я ему на карту опять их отправила. 5000, чтобы он оформил. То есть он попросил дополнительно заплатить за ордер 5000 рублей. То есть в итоге вы заплатили, причем такси, ладно, он там один раз вот участвовал в деле. Он потратил... Там, предположим, 200 рублей. Ну, на своей машине он приезжал. Он должен... Ну, 200 рублей на такси, именно на топливо. 2000. А 2000, это как вообще? Это расходы транспортные. Вот так, то, что было прописано в этом. Наши требования таковы. Мы сейчас озвучим. Кстати, здесь, я так понимаю, не пойму, они сигнализацию что включили. Странно. Да, нас даже не предупредили о том, что они какие действия, потому что странным образом как все происходит. Значит, мы озвучим требования к ООО «Бюро юридических услуг». Значит, уведомление о претензии о расторжении договора 21.02.2020 года о возврате и уплаченных денежных средств. 8.01.2020 года между ООО «Бюро юридических услуг» и мной был заключен договор на оказание юридических услуг. Предмет договора сторонами определен как правовой анализ ситуации, ознакомление с материалом дела, представление интересов в следственных органах. Заказчикам по договору внесены следующие суммы. 8.01.2020 года 2,5 тысячи рублей внесена в кассу предприятия. 11.01.2020 года 42 500 рублей внесена в кассу предприятия. 15.01.2020 года 2000 переведены на личную карту адвоката Чебнева Олега Юрьевича в качестве транспортных расходов. 11.02.2020 5000 переведены на личную карту адвоката Чебнева Олега Юрьевича. Как по его словам, это на ордер. Значит, следующее. Однако на 21.02.2020 года из указанного перечня исполнителям услуга предоставлена частично, а именно единожды предоставленная интересы заказчика в следственных органах. Правовой анализ ситуации исполнителям не осуществлялся, ознакомление с материалом дела не осуществлялось. Так как качество оказываемых услуг и объем неисполненных со стороны ООО «Бюро юридических услуг» до настоящего времени обязательств меня категорически не устраивает, необходимость в исполнении договора отпала. Ввиду вышеуказанного, а также принимая во внимание то, что фактически ООО «Бюро юридических услуг» не исполняет договор, уведомляем вас
о расторжении договора в одностороннем порядке. В связи с этим требуем вернуть уплаченные по договору денежные средства. Из расчета 45 тысяч рублей плюс 2 тысячи рублей плюс 5 тысяч рублей минус 9 тысяч рублей – это стоимость оказанной услуги. И минус 200 рублей – стоимость реальных транспортных затрат. Итого мы просим 42 тысячи 800 рублей, чтобы вернули. Денежные средства необходимо вернуть наличными мне на руки в момент обращения с данным требованием. Ну, понятно, что они уже этого… Сегодня у нас 26 февраля 2020 года. Понятное дело, они не стали этого делать, у них, как они сказали, 10 дней есть. Ну, будем. Сейчас мы, во-первых, будем спускаться, посмотрим, почему они не работают. Выключен везде свет, да, понятно, закрыты двери. Значит, у них почему-то приостановилась вся работа. Наверное, связано это с нами. Хотя, как мы можем, мы не препятствуем работе, мы как бы здесь, в этом плане, наоборот, может быть, даже поможем, помочь хотели бы. Видимо, вот люди ушли почему-то так быстро, спустя вот прям короткий разговор. Хотя у них свое мнение было, я думаю, оно мнение совпало с вашим, если они быстро ушли. Ну, я так думаю, да. Просто они приостановили, скажут, мы вас в следующий раз примем. Может быть, тоже такое. Значит, что мы сейчас 10 дней, он сказал. 10 дней мы ожидаем, мы посмотрим, какой будет результат, какой их ответ. Так, давай посмотрим, что там, как там ресепшн тяжело. Да все уже. Все уже закрылись. А ты подними камеру. Просто поснимай вообще. Никого нет, темнота. Темнота. Везде вот эти крупным планом таблички. Да, вот у них. Запрещена фото видео. Запрещено. На каком основании запрещено? Вот это сфотографируется. Вот, я оставили документы, лежит. Ну, они на ресепшн. Пойдемте. Мы, главное, вручили. У вас остался, да? Пойдемте. А что, вы закрыли, что ли? Кого закрыли? Да вы что? Да что, свет отключился? Свет отключился. Да я только слышал, вы это, рубильником брум-брум. Или это автоматы по очереди вырубаются? Что вы говорите? Слышно было, как вы рубильником вырубали? Вы такой сказочник. Как только это. Не будет? Не будет, да? А что будет? Отвечу все. А, письменный ответ будет? Что вы отказываете, да? Ну, посмотрим. На что смотреть-то? Я же говорю, плавал собеседник, чё? А вы не верите, кто током ударит? Я же отвечать буду. Лжец. Да без света общаться, ну чё? Да не хочу. Убери пальчики. Ночами отключили. Смотри, как говорю. Включи свет. Включи свет. Пойдем на второй этаж, поднимемся, Вадим. А, нет. Я думал. На первом этаже снимите-ка этот комнату, где я меня принимаю. Пойдем сюда. Где вас принимали? Свет выключили у ребят. Ну что-то, наверное, напряжение высокое. Да, в пальцах. Вот, это комната, где я... Да, иду. А вы тут на прием, я так понял, вы не клиент случайно? Вот, да, кто-то, конечно, скажет, что случилось. А вы случилось или еще не случилось? Ну вот хочу разобрать, что происходит. Вот, еще один клиент даже есть. Вот, а, вы пострадал от их действий. Скажи, что у вас случилось. Что у вас случилось? Вот, я не знаю, что происходит. Вам не услугу никакой не оказали? Нет, не можем никак оказать. Не могут доказать. Вот. А сколько заплатили деньги? 20 тысяч. У вас еще вот там 52 тысячи заплатили. У меня 52 тысячи. Я заплатила. Так это развод все это, да? Ну как видите, они... Скажите, что у вас случилось? Что это интернет-магазин у меня. Ну, как бы с интернет-магазином связано, что... Чтобы с ними как-то посудиться. Да. Вернуть что-то. Да. А вы им заплатили деньги, а еще... Как давно это произошло? 4 февраля. 4 февраля. И до сих пор... К концу месяца. Они что сделали? Что должно было все закончиться. Конец закончится месяца. Все. А еще до сих пор даже ничего не происходит. Молодой человек! Не начиналось даже действие помощи. Представитель! Ты ж представитель! Ты ж представитель! Ты ж представитель! Слушай, он только представителем был. Все, представляете. Все, больше не представитель. Да почему? Не, я заплатил. Ну объясните, пожалуйста, почему в полном объеме работа не выполняется юридически. Ну пойдемте, я помогу вам все включить. Пойдемте. И компания заработает ваша снова. Не надо мне помогать. Да ладно, ей хватит вам. Хватит вам. Что вы, я не знаю. Что вы? Давайте я помогу вам. Ну давайте, что вы? Ну что вы? Ну вас только может ударить. Ничего страшного, я электрик по профессии, не переживайте. Вы так не хотите, чтобы компания заработала, да? Да зачем, почему? Вам самому не стыдно? Всему свое время, даже чтобы должно быть стыдно. Слушай, какое-то логово тут нехороших действий. Да не знаю, я не знаю, про какого логово говорить сейчас. Про логово нехороших действий мы говорим. Скажи, пожалуйста, почему не примешь претензию от человека, если от нас принял? Ты же представитель. Я еще не знаю, с человеком еще не общался. Так, пойдемте, пообщайся. Да я пообщаюсь. Он говорит, готов пообщаться. Я пообщаюсь. Когда нужно, я пообщаюсь.
будет рассказать, что сделал. Все, кончилось. Идите, вам поснимайте, пока там. Ну, пойдемте, мы с человеком отснимем. Да не можем, понимаете, нет электроэнергии. Да как нет, ты врешь. Да как я могу врать, ну что? Знаешь, как таких людей называют, сам знаешь. Я не буду, ты врать. Балабала собеседники. Ну что, продолжай. Да ты, да что ты, смотри, как он ерепенец. Да ну что вы мне отвлекаете, там, где мне нравится стоять. А мне нравится туда, он. А зачем, вы меня провоцируете? Да что, солдатишь мне, что ли? Да зачем, вы что, я руки никогда не распускаю. Да я никуда руки не распускаю, ну что. Давай, 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 отходи сюда, отходи. Руки уберите. Слушай, тебе надо просто отойти. Ну я с вами на... Ты что? Не ходил, Витя. Я говорю тебе, потому что ты сейчас ведешь себя, как ты. Да я не хочу, я хочу, я буду вести себя, послушай. Я себя буду вести. Ну, придется вам теперь вести себя хорошо. Ну, будем вести будем хорошо. Будем вас, а так как будем каждый день приходить. Ну, приходите, что. У меня завтра свободное время есть, кстати, Вадим. Секшн камеры со всеми делами. Да, посещу. О, там еще в подвал вход какой-то, да? Сай, Лех. Котельный, посмотри. Да, там, может, они все прячутся. Конечно. Слушай, а сотрудники наверху так остались? Без понятия, какие стороны будет речь. Не, никак. Ладно, пойдем дальше. Пойдем, пойдем. Да, слушай, ты сказал, будешь общаться. Ну, я пообщаюсь, когда надо. Иди. Почему? Тебя клиент ждет. Ты что, не клиент-ориентированная компания, что ли? Ну, послушай, я приму когда-нибудь. Вам человек с претензией пришел. Примем, примем, когда-нибудь. Принимай, сейчас, принимай. Я приму, не переживайте. Все, что нужно, я приму. Юристы, иди, принимай. Вы претензию принесли? Нет, мне просто с Давидом надо встретиться. Его нету сегодня, сейчас в офисе. Никого нету. Завтра будет на месте, приходите, с удовольствием примем вас, разъясним, подскажем. А вы здесь охранником работаете или кем? Да нет, я же вам представился. Ну, представитель может быть и охранником, вы себя ведете просто как охранник. Пойдем пока вот пообщаемся с молодым человеком, что за ситуация возникла. Нет, поступил товар. Некачественный. Нет, вообще не тот товар, мы его вернули, и это было с декабря месяца. А деньги они не вернули? Деньги вернули до 3 марта. Я пришел сюда, как бы, и мне сказали, что можем, короче, сделать так, что за то, что они долго не возвращали. Неустойку? Да, неустойку. И вот я заплатил деньги, и до сих пор ни неустойки, ни денег. 20 тысяч рублей. Они вот еще сказали, договор. Что еще свои услуги компенсируют, да? Да, 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 да. Какие они прям? Монстры вот юридических услуг. Они фактически никаких действий не было с их стороны. Вас никак ни о чем не уведомляли. Вам бы вот, вот такого рода претензию им направить, расторжение договора, и все будет замечательно. Так, ну, по крайней мере... С юристами судиться, это капец. Ну, мы сами юристы. Мне вообще не узнать, что происходит. Узнаете? Просто я с утра созвонил, сказали, приходи, когда обеда, встретимся. Сейчас... Вот с ним надо пообщаться. Он нас принял. Все, сейчас потом закрылись, они все убежали. Наверху закрылись, они там в кильдинчике, они там закрытые. Не хотят общаться. Клиенты там одних спугнули у них. Рассказали историю, они ушли. Так, а что дальше делать-то будем? Да вот, я думаю, брать его надо за портки до сюда тащить. А это, паспорт какой-то, я не знаю, органы какие-нибудь. Да, у тебя гражданство по отношению. А. Поэтому органы здесь пока я не вас понял. Если таких будет ситуаций много, ни одна, ни две, ни три, ни пять, а много. А как раз это уже 159-е мошенничество. Они по всей видимости очень много. Ну вот, и раз мы здесь постояли чуть-чуть, да. Ну, да, мы завтра приедем еще. Здесь, как бы, мне кажется, надо подежурить. А можно визитку взять? У них камеры есть, вот у них там должно все записываться. У них, я ну, думаю, как мне всех... молодой человек, ну вот это может она и рабочая, но как мне молодой человек сказал, когда я договор на расторжение пришла, озвучила, что я расторгаю их юридические услуги, вот там в комнате, вот мы заходили, там камера, я сказала, говорю, ну у вас же камера здесь пишет, а он сказал, да ладно, это все так, это муляж. Понятно. Так что это не для нас там. Сейчас свет включу. Сейчас свет включу. О, да будет свет, сказал электрик, да. Главное, это ты. Я только что услышал. На камеру все было записано. А я что, на вас сказал, что ли? Какие клоуны? Вот вы клоуны сказали, что-то подобное. На камере будет слышно лучше. Я к вам лично к вам обращаюсь, или что? Не выключай только свет, здесь со светом лучше. Иди, пройди туда, а то надо, кстати, позвонить. Вы же сказали, что у человека примите, как свет дадут. Свет дали, давайте с человеком поработайте. Здесь не написано. Мы сейчас пойдем напишем, вместе претензии, ничего страшного. В данном случае будет юрист, есть ситуация человека. Вы представитель. Вам нужно пообщаться с человеком, вы не клиент, ориентированный. Я пообщаюсь, не переживайте. Идите общайтесь. Я пообщаюсь.
Идите общайтесь. Да пообщайтесь. Закройте дверь, пожалуйста. Проходите. Не нужно пройти, да? А вы случайно не клиент этой компании? Не клиент? Да. Нет? Работаете? Я пришла проконсультироваться. Лучше... Лучше сообщайтесь, вот клиенты, которые вот есть, какие они недовольны. Да? Хорошо. А что вы так закрыли? Открыли, я стою, как хочу. Хочу, как хочу. Ты человек, как хочу? Хочу-ка, не хочу-ка. Он говорит, что нет у вас пока никакого взаимодействия. Там еще кабинеты какие-то работают. Да, на втором этаже. На лошадь дают, идет, пообщается. А он идет сюда? Ну, да? Тогда отлично. Ну вот девушка пошла за ним. Она вышла вот отсюда и пошла за ним. Давид. Сейчас выйти вместе. Телефоны там с точкой. Вот. И как бы, да мало ли человек ходит. Но когда мы уже соединились, вот. Ну да, и он сразу среагировал. Он мгновенно. Вот этот вот человек. Это, видимо, почему у них вот эти таблички висят. Видимо, когда люди приходят, конфликтуют, они говорят, ну это ничем, без разрешения, да, нельзя, что? Крупным планом, да. Запрет. Да. А вот, почему-то он нам здесь не пытался запрещать. Да. Он боялся, что здесь вот эта штучка может больно ударить. Да, если с телеком нужно, тяжелая. Вот так. Видите, скажи, отключили все. Все отключили, компьютеры отключили, все, они отключили всю систему и ушли. Вот так. Это вот говорит, когда вот так поступает, это говорит о их непорядочности. Да. Им, значит, есть что скрывать? Есть. Конечно. Соответственно, когда честная компания, они спокойно она будет с вами на диалог, контакты, диалог компания вести. Всегда. Если да вон, сколько раз ходили с тобой. Ситуации, сколько, вот у нас были разные ситуации. Если клиент-ориентированная компания, они, наоборот, пытаются уладить конфликт. Таким способом, чтобы все стороны устраивали. Здесь они прекрасно понимают, что они осуществили часть юридических услуг, а именно один раз представляли ваши интересы в следствии. Стоимость такой услуги 9 тысяч рублей. А ну там раз, там 9, 10, там, ну понятно. А денежные средства взяли. Денежные средства взяли в размере 52. В пятикратном, даже более. Больше никаких. Все. Все. Не устроило. Ну, расторгаем договор, да. Давайте поговорим. Я же пришла с ними не ругаться. А я так пришла. Вот себя вести, ну это вообще да. Неправильно. Изначально пришла и говорю, я просто хочу расторгнуть. Ну, не, меня не устраивают ваши услуги, я хочу просто расторгнуть. Все. И полилось. Сначала я же говорю, я просто вот не помню фамилии того молодого человека. Они все в белых рубашках, все с этими с галстуками одинаковые, все вот тут вот мельтешили. И я прошу, говорю. Так что ты там не знаешь? Молодой человек, можно вас на минутку? Куда вы убежали? Ну да, молодой человек побежал. Да? Да, стрингер. Стрингер. Он сюда побежал? Да куда, где здесь? Наверное, направо, сюда, по-моему. Сюда? Давай, я тут постою. А закрой кабинет, зачем там? Пошли. Пошли. Тут не спит.